Сегодня я получил вот такое вот сообщение от моей хорошей знакомой, которая мне помогала на Ютубе в самом начале, от Ольги. Вот что она пишет. Геннадий Петрович, срочно переходите на новые платформы. Ютуб и WhatsApp закрывают. Переходите и перетягивайте своих зрителей в ВК, Телеграм, Яндекс.Дзен. Пусть Инстаграма у вас, я так понимаю, и не было. Перекачивайте свои видео в Яндекс.Дзен, иначе вся работа ваша в понедельник пропадет. А вы знаете, я не боюсь. Вот я не боюсь. У меня основное — это целебная кулинария, на которую я делал ставку, сохранится. Так что я как-то не это. Значит, Рутуб. Попробовал я на Рутубе что-то выкладывать. И знаете, вот сколько я сам не смотрел других авторов, которые пытались работать на Ютубе. Ну, медленно работает. Ну, просто, знаете, какой-то тормоз. Вот, но на Рутубе я имеюсь. Я только начал, вот буквально недели, там, неделю назад, недели полторы назад. Называется мой канал ЗОЖ Малахов, Малахов, ЗОЖ Малахов, или Здоровый образ жизни Малахов. Ну, короче, увидите, там всего штучки три видосика. Ну, если он будет плохо работать, я особо на нем и работать не буду. Так, дальше она продолжает. Если есть Play Market в телефоне, то скачивайте все эти приложения и закачивайте срочно свой контент. И выпустите видео, в котором говорите, и говорите, чтобы нам с вами, моими зрителями, не потерять друг друга прямо сейчас. Остановите видео и подпишитесь на все мои каналы под видео. Потому что каждое видео может стать последним на этом ресурсе. Я написал «благодарю». Так что я вам сообщаю вот такие вот вещи. Повторяю, я не боюсь, что там пропадет. То, что мне надо, я сохранил. Остальное, знаете, как это самое. Я в любом случае сделаю новое, в случае чего. И буду заниматься тем, что я занимался. У меня огромное количество своих планов, не касающихся Ютуба. Так что вот такое вот сообщение. И, кстати, я заставочку делаю вот эту красивую, что я сижу в пиджачке со значком мастера спорта. А говорю за, так сказать, за кадром. Вот такое сообщение.